Добрый день. Я рада приветствовать вас в этом зале. Меня зовут Сороковаша Татьяна Валерьевна. Я врач-кардиолог городской поликлиники номер 134 Департамента здравоохранения города Москвы. Сегодня тема нашей лекции, как мне кажется, довольно важная, и надеюсь, что мне удастся в ближайшие 30 минут рассказать вам о таком страшном заболевании, как инфаркт миокарда. И самое главное, о методах профилактики этого грозного заболевания. Наша сегодняшняя акция приурочена... Наша сегодняшняя лекция приурочена к акции «Всемирный день сердца», который празднуется уже около 20 лет. Впервые этот день организован был по инициативе Всемирной Федерации Сердца в 1999 году. Эту акцию поддержал Всемирная Организация Здравоохранения, ЮНЕСКО и другие значимые организации. Первоначально данный день отмечался в последнее воскресенье сентября, и только с 2011 года у него есть зафиксированная дата, это 29 сентября. Цель этой акции – повысить у населения осознание в обществе такой опасности, да, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний, а также инициировать профилактические меры в отношении и ишемической болезни сердца, и мозговых инсультов во всех группах населения. Данная акция проводится длительное время, проводятся различные мероприятия, семинары, конференции по пропаганде здорового образа жизни. Также проводятся скрининговые мероприятия для раннего выявления групп риска, да, и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Всемирный день сердца проводится под девизом «Сердце для жизни». В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания – это первая и главная причина смерти и инвалидности миллионов людей. Так что же такое инфаркт миокарда? Это заболевание, которое угрожает жизни человека. Это гибель участка сердечной мышцы из-за внезапного нарушения кровоснабжения. Оно развивается в основном из-за кислородного голодания. Более 7 миллионов людей ежегодно умирает от инфаркта миокарда. Наиболее часто это происходит из-за закупорки коронарного сосуда тромбом. В основе этого лежит атеросклероз. Это суть этого процесса в нарастании на стенке сосудов, таких наростов в виде бляшек, на которых откладываются липиды, соединительная ткань и соли кальция. Так какие же признаки инфаркта миокарда, которые необходимо распознать и принять меры? Самое главное – это болевой синдром. Чаще всего он бывает. Боль за грудиной или в левой половине грудной клетки. Боль бывает сжимающего, давящего характера или чувствуется как дискомфорт за грудиной. Также это может быть эпизоды нехватки воздуха, это может быть холодный пот или потеря сознания, чувство страха, тревоги. Боль может быть после физической нагрузки или же после эмоционального стресса. Более редкие симптомы инфаркта, сейчас мы о них чуть позже поговорим. Боль обычно может возникать все-таки за грудиной. Боль имеет такой характер, да, что она может пройти, потом снова начаться. То есть это не какая-то минутная боль. То есть она возникла, потом она немножко могла уменьшиться, потом она появляется снова. И некоторые люди просто думают, ну, я устал, я сейчас посижу, отдохну, и эта боль пройдет. Но на самом деле это неправильно. Нужно прислушиваться к своему организму, да, и при необходимости принимать какие-то меры.
Также боль часто при инфаркте миокарда отдает, радиирует или в лопатку, в левую или в левую руку, может быть и в челюсти радиация, и в шею. Также бывает часто нехватка воздуха, когда человек не может вдохнуть полной грудью. Может быть, как самостоятельная жалоба, или же также сопровождаться болевым синдромом загрудины. Более редкое проявление инфаркта миокарда, но они, в свою очередь, также могут сопровождать, быть самостоятельной жалобой, или же сопровождать сам болевой синдром загрудины. Это может быть дискомфорт, как при пищевом отравлении, рвота, тошнота, холодный пот, потеря сознания, неритмичное сердцебиение. Отличаются ли признаки инфаркта миокарда у различных категорий пациентов? Да, отличаются. Например, даже повторный инфаркт может быть по клинике отличаться совершенно от первичного, если человек переносил ранее, да, клиника повторного, болевой синдром может быть совершенно другой. Отличается клиника у женщин и у мужчин, и также есть специфические особенности у пожилых людей. У женщин чаще болевой синдром бывает не таким выраженным, как у мужчин. У женщин чаще бывают проявления такие, как одышка, слабость, головокружение. А у пожилых людей, в свою очередь, примерно в половине случаев, боль не загрудинная, а она в плечах, в межлопаточной области, в шее. В пожилом возрасте очень часто бывает, что пожилые люди отмечают выраженную одышку, спутанность сознания и частые эпизоды потери сознания, ну, из-за осложнения инфаркта. Что же нам необходимо делать, если мы заподозрили, да, или у себя, или у кого-то рядом с нами признаки инфаркта миокарда? Первое и самое главное – это немедленно вызвать скорую помощь. Заранее, если вы дома находитесь одни, вы обязательно должны открыть входную дверь. Если у вас нет аллергии на аспирин, содержащие препараты, нужно выпить 300 мг аспирина. Это чуть больше от целой таблетки, если таблетка 500 мг. Если ранее вам врачом назначался нитроглицерин, да, положить себе таблетку нитроглицерина под язык, да, или если это в виде спрея, то 1-2 дозы под язык, сидя желательно или лежа. Ну, чего не стоит делать и категорически не стоит делать, это выжидать в надежде на улучшение. Время в этом случае очень важно, потому что если не помочь человеку, у которого инфаркт, сердце получит большое поражение, и очень трудно будет после этого инфаркта человеку восстановиться. Никогда нельзя пытаться добраться до медицинского учреждения самостоятельно, даже если это медицинское учреждение находится близко. Потому что, ну вот представьте, вы человек, у которого случился инфаркт, он едет на машине, да, частые осложнения инфаркта – это какие-то там жизнеугрожающие нарушения ритма, да, так как у нас произошла ишемия, участок миокарда не сокращается, да, и то есть проведение по сердцу нарушается. То есть возникают жизнеугрожающие нарушения ритма, да, одно из которых, да, например, желудочковая тахикардия. Человек теряет сознание, он при этом, да, за рулем, то есть он подвергает не только свою жизнь опасности, да, но и жизнь других людей, которые в это же время едут там рядом с его машиной. Вот. Впервые принимать нитроглицерин, если ранее он не принимался, тоже не рекомендуется, потому что может быть многие побочные действия, да, и не при каждом инфаркте можно принять нитроглицерин. Вот. Значит, мы делаем что? Если мы заподозрили или у себя, или у кого-то, да, инфаркт, первое, что мы делаем, да, мы пытаемся успокоить заболевшего, да, мы даем ему аспирин,
Даем нитроглицерин, если он ранее, да, назначался врачом, обязательно вызываем скорую помощь, не ждем, не пытаемся сами добраться, потому что уже в машине скорой помощи, да, медиками начнется лечение этого инфаркта, и медики отвезут именно его в тот стационар, где ему окажут высокотехнологичную медицинскую помощь. То есть по стандартам, да, идеально, если вот от болевого синдрома до операционной пройдет не больше 120 минут. То есть тогда медики смогут спасти сердце и быстрее восстановится человек после перенесенного инфаркта. Обычно делают сейчас это экстренная коронарангиография, это такой метод диагностики, рентген-контрастный, когда посмотрят проходимость коронарных сосудов, которые кровоснабжают наше сердце, и можно увидеть место поражения, стеноз, какая степень стеноза, то есть насколько непроходим сосуд, и при необходимости провести баллонную ангиопластику и стентирование. То есть это инфаркт ответственной артерии, то есть поставить туда тут же стент, и кровоснабжение мы восстановим, сердце у нас будет потихонечку-потихонечку потом восстанавливаться и скажет нам спасибо. Вот, потому что мы не ждали, не думали, что вот мы сейчас дома посидим, у нас все пройдет. Вот. Какую самую главную информацию я хотела бы до вас довести, да, в ходе этой лекции? Что инфаркт миокарда можно предотвратить. Сейчас немножко остановлюсь на причинах развития инфаркта. Да. Первая, самая главная причина – это все-таки поражение коронарных сосудов атеросклерозом. Также может инфаркт случиться из-за внезапного спазма. То есть сосуды, они проходимы, да, там нет атеросклероза, но случается спазм по разным причинам, ну, в том числе и во время употребления наркотических препаратов, часто тоже бывает вазоспазм внезапный. И также бывает инфаркт на фоне ухудшения способности крови переносить кислород, когда у человека снижен гемоглобин, да, при различных видах анемии. Ну и бывают редкие осложнения, когда проводят операции на сердце. Атеросклероз, это вот вы можете видеть на слайде, да, это вот накопление на стенках артерии, отложений жиров, да, липидов, которые потом разрастаются соединительной тканью и солями кальция. Вот представлена нормальная артерия, да, то есть поток крови свободно проходит, да, по сосудам к сердцу. А вот атеросклеротические бляшки, они сужают просвет сосуда, то есть кровоток нарушается, да, то есть к сердцу уже поступает меньшее количество крови, да, и оно, получается, голодает. Вот. Просто те люди, у которых, да, до инфаркта была клиника стенокардии напряжения, то есть это такие загрудинные боли при физической нагрузке. Человек, например, двигается, у него загрудинная боль возникает, он останавливается или принимает нитраты, эта боль уходит. Вот. А если вот этот сосуд будет поражен крайне сильно, да, то есть закупорка будет его полностью этой атеросклеротической бляшкой, да, то может потом случиться, то есть проходимость по этому сосуду уменьшится, и человеку будет постоянно болеть, то есть и боли могут эти из-за стенокардии перейти в нестабильную стенокардию, в которую может перейти потом в инфаркт. То есть причины в основном случае инфарктов, да, это то, что эти бляшки, они разрываются. То есть у них они такие нестабильные, и поверхность бляшки, она, покрышка, она разрывается, и образуется тромб. Тромб блокирует нам полностью артерию, да, и нарушается питание в этом месте к сердцу. Вот. На вот этом слайде также вот показано, да, атеросклерозом просто поражен сосуд. Вот здесь сверху это атеросклероз, который вот разорвалась бляшка, да, получился тромб, тоже закупорил нам сосуд. И вот в третьем здесь случился спазм, да, вот сосуд чистый, да, нету ни бляшек, ничего, вроде, да, здоровый сосуд. Но вот он спазмировался, и также ток крови у нас не поступает к артериям. Что способствует развитию атеросклероза?
У нас есть, можно условно разделить на факторы риска, на которые мы с вами не можем изменить, и факторы риска, на которые мы с вами можем повлиять. Факторы риска, на которые мы не можем изменить и никак на них повлиять, всего три. Это возраст, это пол и наследственность. Но те остальные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, на которые мы с вами можем влиять, это курение, это артериальная гипертония, нездоровое питание, это стрессы, это употребление алкоголя, повышение холестерина, да, и гиподинамия. На все это мы с вами можем влиять. И эти факторы риска, да, если они суммируются, то есть и еще больше увеличиваются риски инфарктов. Разработана специальная шкала СКОР для оценки риска коронарных осложнений в течение 10 лет для людей от 40 до 65 лет. Здесь есть подразделение на мужчин и женщин, курящих, не курящих. И здесь есть также по уровню давления до 100, ну, там, от 120 до 180 и по уровню содержания холестерина в крови. Ну, то есть, вы смотрите, допустим, если мы возьмем 40-летнего мужчину курящего, у которого повышается давление до 180 и уровень холестерина у него около 8, то есть риск его будет 4, да? То есть он соответствует такому же риску, как, допустим, у 65-летнего мужчины, не курящего, да, у которого скомпенсирована гипертоническая болезнь и снижен уровень, ну, холестерин в норме, да, медикаментозно ли или не медикаментозно, да. Ну, то есть мужчина вот этот 40 лет, он может через 10 лет умереть от сердечно-сосудистых осложнений, так же, как и мужчина 65-летний, не имеющих этих вредных привычек, да, и скомпенсированной терапии. То есть наличие неустранимых факторов, таких как возраст, пол, наследственность, оно должно служить дополнительной мотивацией для того, чтобы скорректировать те факторы риска, на которые мы все-таки с вами можем влиять. Вот. Есть вот все эти факторы риска, которые мы их перечислили, вот, но один из них укорачивает жизнь человека на 7 лет. Ну, наверное, вы понимаете, скорее всего, о каком из факторов риска я говорю, да? Это курение. Курение, оно очень сильно влияет на риски развития инфаркта миокарда. То есть даже вот в этой таблице приведены примеры интенсивности курения, да, и процент, который мы повышаем риск инфаркта миокарда. При выкуривании 1-5 сигарет, да, человек повышает риск у себя, развития у себя инфаркта миокарда на 40%. Выкуривая пачку в день, он повышает уже аж на 10 раз, да, 400%, а злостные курильщики вообще повышают свой риск аж на 900%. И, ну, такого не бывает, что некоторые люди, пациенты, да, как мне, как врачу говорят, ну, доктор, ну, я выкурил одну сигарету, ну, что там, ну, я уж бросил, ну, там одну и все, да. Ну, не бывает такое, то есть последствия курения, они все-таки дозозависимые, нет такой вот, если даже однократно вы куриваете одну сигарету, это нельзя считать безопасным, вот. И отказ от курения, он является одной из самых важных вещей, которые может сделать для себя человек, чтобы улучшить и сделать, продлить свою жизнь и улучшить свое здоровье. То есть если человек бросает курить, уже через год риск снижается почти вдвое, на 50%, то есть это значительно снижается риск. А если при этом он, да, будет больше двигаться, у него будет нормальное давление, то есть он очень неплохо поможет своему здоровью, своему сердцу и своей сердечно-сосудистой системе. То есть если человек бросает курить уже через 3 месяца, да, он у себя улучшает там, и функцию дыхания, у него уменьшается одышка, у него уменьшается ларингиты, фарингиты, да, которые часты у курильщиков. Вот. У него улучшается сон, да, через год он снижает риск сердечного инфаркта на 50%, а если через 5 лет у него риск инсульта такой же, как у ранее курящего человека, а через 15 лет риск у него инфаркта такой же, как никогда не курившего. То есть, если даже он когда-то курил, да, если вот он образумился и решил бросить это все, то он, в принципе, через 10-15 лет может считать, что он
достиг такого же уровня, как никогда не курившие люди. Ну, здоровое питание, конечно, это одна из основ, да, важных компонентов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Вы, наверное, многие знаете сейчас, да, говорят и о здоровом питании. Да, но самое главное в здоровом питании все-таки рекомендация – это включить в свой рацион ежедневное потребление 200 грамм овощей и 200 грамм фруктов. Да, но овощи, ну, картошку мы не считаем. Все-таки она не совсем полезна, больше калорийна. 5 порций овощей в день по национальным рекомендациям кардиоваскулярной профилактики от 2017 года. 5 порций овощей. Да? Что такое одна порция? Одна порция не так много. Да? Это может быть один банан, один апельсин, одно яблоко или пол тарелки овощного салата, да? Или там, четверть стакана сухофруктов. Также обязательно включить в свой рацион рыбу. Ну, и мы вообще сведем к минимуму сердечно-сосудистые заболевания, да, так называемая среднеземноморская диета, да, которая во всем мире считается хорошей, да, у нас все вот кушают они там на Средиземном море рыбу, да, и живут долго и счастливо. 1-2 раза в неделю включить в свой рацион рыбу, и один из приемов, желательно, чтобы эта рыба была жирная, да, тогда мы... По поводу зерновых продуктов, да, мы, ну, многие же любят, да, у нас хлебобулочные изделия, но куда мы без них, да, с ними же хорошо, вкусно, и быстро поел, и вроде сытый. Нет, можно включать в свой рацион, но это если крупы, да, это 40 грамм крупы, например, овсянка, гречка, вот. Если про хлеб, лучше, да, есть любители хлеба, но тогда давайте начнем, попытаемся полюбить хотя бы тогда хлеб цельнозерновой, ржаной, с отрубями. И желательно, вот, чтобы и зерновые продукты, да, вот каши, макароны, хлеб, они были все-таки в виде цельных, цельнозерновых, потому что очищенные, рафинированные, да, продукты, они крайне калорийный и имеет более высокий гликемический индекс. То есть мы поели, да, мы вроде как бы сейчас насытились, получили свои калории, свои сахара, но мы их быстро израсходовали, снова захотели кушать. Также включить в свой рацион орехи тоже рекомендую, но не все орехи нам подходят. Соленый арахис, конечно, это не для нас. Вот. Но включить в свой рацион 30-40 грамм любых несоленых орехов, это, ну, мне кажется, отличный перекус. Вот. А, кстати, по поводу соли, у меня в этой лекции не включен слайд по количеству соли, которое необходимо потреблять, но это всего лишь 5 миллиграмм, ну, как всего лишь, не всего лишь, не знаю, кому-то, может, много, кому-то мало, да. Ну, примерно 5 грамм соли – это где-то неполная чайная ложка. Но на самом деле в Москве вот, определили, что в среднем все-таки москвичи потребляют 12-14 грамм, то есть это в 3 раза больше. Но я тоже вот пациентам своим говорю, все, мы ограничиваем соль там, до 5 миллиграмм, а если пациент там сердечный недостаточно, вообще до 3. Я такой, ну доктор, ну а как я узнаю, так, это самое, что я съел-то столько? Ну, первая, конечно, рекомендация – это мы не солим во время приготовления, а досаливаем уже готовый продукт, да, то есть он отсыпал себе свои 5 грамм и рассчитывай, хочешь все суп это самое насоли, хочешь там котлету, вот. А, ну, конечно, трудно сделать, когда в семье, да, когда приготовили, он не знает, там, сколько там чего положила там супруга его в суп, да, все ли 5 миллиграмм, ну, думаю, если на кастрюлю она варит, то она положила туда достаточно много соли. Поэтому, ну, соль, конечно, нужно ограничивать. Тем более, если вот мы быстро где-то перекусили от всех же самых фастфудов, там, конечно, количество соли просто нереальное. Там сразу в одном бургере, наверное, сразу можно эту самую норму трехдневную съесть. По поводу алкоголя. Тоже очень частый вопрос, да, но все вы, наверное, знаете, что чрезмерное употребление алкоголя вредит нашему здоровью. Пациенты спрашивают меня тоже, доктор, ну что, мне вообще нельзя есть ничего из алкоголя, ну а там у жены день рождения, а там у свекрови, у тещи, вот. Ну я же, ну доктор-то,
ну не такой уж я прям злой, да, там все, не пейте, не курите, да, ешьте правильные продукты. Ну, они, конечно, будут здоровы, но пациент, ну, организм, наверное, здоровый, но лицо, наверное, грустное становится, поэтому я разрешаю, да, я разрешаю разовое употребление алкогольных напитков, но с определенными дозами. Ну, тут, конечно, у них начинается уже с огоньком глаза, да, доктор, я говорю, какая же это стандартная доза-то для женщин и две стандартных дозы для мужчин. На самом деле это не так много, поэтому, ну, огонек так, конечно, у них ненадолго, но все равно. Все-таки одна стандартная доза для женщин здесь нам меньше повезло, чем мужчинам, да, то есть если все-таки мы включаем в свой рацион алкогольные напитки, да, то есть это может быть 30 мл крепкого алкоголя или 120 мл красного сухого вина или 330 мл пива. То, вот, по поводу, также частый тоже вопрос, доктор, а можно я свои стандартные дозы накоплю на пятницу или на субботу и употреблю их потом? Нет, нельзя, то есть если или вы включаете в свой рацион ежедневно, или не включаете и по пятницам все стандартные дозы сразу. Вот. Ну, конечно, избыточная масса тела, да, это важный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. И для оценки массы тела чаще используются два показателя. Это окружность талии и индекс массы тела. Ну, наверное, многие из вас знают, что индекс массы тела, как рассчитать, да, это масса человека разделить на рост в метрах квадратных. То есть люди, имеющие индекс массы тела 18,5-20, ну, 25, это нормальная масса тела, а 25-29 уже избыточная, да, 30-35 это же ожирение первой степени, 35-40 вторая степень, больше 40 ожирение третьей степени. Риск, чем больше у нас избыток массы тела, да, тем риски наши сердечно-сосудистые заболевания и диабета возрастают. То есть от повышенного, да, или обычного до чрезвычайно высокого риска. По поводу окружности талии, да, то есть у нас есть такие показатели, опять тут женщинам повезло меньше, наша талия должна быть не больше 80 сантиметров, да, а у мужчин все-таки 94, тут на 14 сантиметров они опять нас обогнали, что в стандартных дозах, да, что в объеме талии. Но тоже часто это самое, ну а что у меня талия? Нормальная у меня талия. Но талию нужно измерять правильно, да, а не как на слайде показано, где-то там в области ремня. То есть окружность талии измеряется стоя по нижнему краю грудной клетки, да, и по гребням подвздошных костей. Вот. Если окружность талии превышает 94 у мужчин, 80 у женщин, то есть нужно вот этот такой порог, да, дальше которого мы не можем уходить. Вот. Если это, ну, больше, да, то есть там, если 100, 102, да, а у женщин 88, то есть это является уже нам сигналом о том, что мы рекомендуем пациентам снижать вес. Вот. По поводу физической активности, да, одного же из факторов риска, да, на который мы с вами можем влиять. Недостаточная физическая активность, да, у многих людей, которые живут не только, да, у нас в России, вообще во всем земном шаре, около трети пациентов, не пациентов, а просто населения, да, как пациентов, это уже, да, около трети страдают все-таки гиподинамией, что в свою очередь повышает, да, заболевания, такие как инсульт, такие как гипертония, ишемическая болезнь сердца, ожирение, сахарный диабет. Но на самом деле не так много нужно нам физической активности, чтобы оставаться здоровым. Да? Это всего лишь 30 минут умеренной нагрузки. То есть это получается где-то 2,5 часа в день. То есть не так много. Да? Что такое умеренная физическая нагрузка? Это может быть и пеший туризм, да, и катание на коньках, катание на велосипеде, плавание, лыжный спорт, даже занятия в саду – это умеренная физическая нагрузка. Да, мы можем подняться по лестнице, пройтись где-то просто быстрым шагом, да, по дороге
с работы. А многие сейчас, да, говорят, вот кардионагрузки очень полезно, да. Да, это полезные нагрузки, они улучшают, у нас тренируют сердечно-сосудистую систему, да, улучшают, обогащают кислородом весь наш организм. Вот, но не все подходят к этому правильно. Во-первых, любые физические нагрузки, да, ну, если вы решили все-таки заняться там спортом, да, во-первых, всем рекомендую, если вы там, ну, порога, ну, 40 лет достигли, никогда спортом не занимались, и вот вдруг решили, все, пойду заниматься спортом. Все равно нужно пройти какое-то обследование у врача общей практики, да, сделать кардиограмму, чтобы вас посмотрели, да, послушали, и если нужно, какие-то дообследования назначили. Потому что вот эти все аэробные нагрузки, во-первых, нельзя их делать крайне много, то есть рекомендовано все-таки от 10 до 30 минут 4 раза в неделю. И обязательно должна быть именно разминка перед этим, потому что иначе это будет просто удар для сердечно-сосудистой системы. И чтобы получить максимум все-таки пользы от этих кардионагрузок, да, это лыжи, это бег, это велосипед, это эллиптические тренажеры, да, всякие аэробика, да, то мы должны рассчитать свой максимум частоты пульса, да, за предел которого мы не должны выходить, да, и из этого вычленить 60-80%. Вот тогда мы получим пользу, мы сможем и улучшить свою сердечно-сосудистую систему, и снизить вес, да, и обогатить себя кислородом, и вообще хорошо спать и жить. Вот, то есть как нам рассчитать свою максимальную частоту пульса, да, то есть это, ну, тоже достаточно просто, 220, да, мы отнимаем свой возраст и получаем ту частоту сердечных сокращений, за предел которой мы не можем заходить, да, и вычленяем оттуда 60-80%, да, и получаем вот ту частоту, на которые, когда мы занимаемся, да, в спортзале, да, вот это будет самое идеальное, вот когда мы будем получать вот пользу от этой нагрузки. То есть, ну, сейчас, учитывая то, что есть и шагомеры с определением пульса, и часы, то есть, ну, множество гаджетов, то есть это легко контролируется. Ну, конечно, все думают, то, ну, фактор риска, да, повышенный холестерин, во всем он виноват. Да, то есть, ну, не только курение, да, но еще и холестерин. Холестерин на самом деле он не такой, что он и плохой, и не все мы его получаем с продуктами питания. Все-таки около 80% все-таки синтезируется в нашей печени. Да? Холестерин — это жироподобное вещество, которое выполняет в организме функцию своего рода строительного материала. Из него он синтезируется в клетках, да, и желчные кислоты продуцирует, и гормоны большое количество, то есть без него мы тоже не можем. Он переносится в крови с помощью белков, да, липопротеидов. Наверное, многие слышали, да, вот когда сдаете там, например, анализы на холестерин, все говорят, ой, у меня там, у доктора, ой, у вас там, может, плохой холестерин или там хороший холестерин, да. Ну да, ну есть такое небольшое разделение, да, на хороший и плохой холестерин. А вот холестерин в липопротеидах низкой плотности, да, то он называется плохим, потому что его избыточное количество, оно может откладываться как раз на артериях, да, и образуют бляшки, и потом может привести к инсульту или к инфаркту. А вот липопротеиды высокой плотности, они наоборот, да, как бы уносят холестерин из артерии, тем самым профилактируют развитие инсультов и инфарктов. Вот здесь это, на этом слайде показано, да, что все-таки с питанием мы получаем 15-20%, да, а синтезируем в печени 80-85%. Какова норма содержания холестерина в крови, согласно вот последним рекомендациям? Это общий холестерин должен быть менее 5 для здоровых людей, а липопротеиды низкой плотности, да, плохой холестерин должен быть менее 3 ммоль на литр для здоровых людей. Если пациент у нас с ишемической болезнью сердца или высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний, да, по шкале, по которой мы ранее, да, вот это я вам показывала, да, где мы определяли
по шкале СКОР, да, это которые фатальные события у нас в течение 10 дней, ой, 10 лет, прошу прощения, вот. И если у пациента был, у него очень высокий риск, да, по шкале, то рекомендовано снижать липопротеиды низкой плотности менее 1,8, или если они даже были в диапазоне 1,8 и 3,5, то нужно снижать как минимум на 50% от исходного. А если пациент просто высокого риска, то липопротеиды его должны быть менее 2,6, а если ранее был в диапазоне 2,6-5,2, то нужно снизить как минимум на 50%. Вот. Сахарный диабет тоже, да, одно из мощнейших факторов риска, которое у нас может и сердечно-сосудистые заболевания, да, какие-то провоцировать еще больше. То есть это уже однозначно, если у пациента сахарный диабет, он пациент высокого риска. Если у него еще есть, да, повышенное давление, у него возраст, да, это очень высокий, крайне высокий риск. То есть верхняя граница нормы сахара – это 5,6, если кровь берется капиллярная, да, из пальца, и 6,1, если кровь вам взяли из вены. Да, то есть выше нельзя. Вот. Если у человека сахарный диабет, то стремиться нужно на фоне терапии, чтобы сахара у него были, гликированные гемоглобины, это содержание сахара, да, которое определяется тоже из венозной крови, да, оно должно быть не более 7. То есть натощак и не более 9, если через 2 часа измерить после еды. Также давление мы должны пациенту нормализовать, чтобы оно не было больше 140, да вообще не больше 130. И липопротеиды низкой плотности, плохой холестерин, да, меньше 2,5, или если вообще лучше меньше 1,8. Вот. Также стрессы, тревоги, депрессии, да, живя в мегаполисе, это тоже является неотъемлемой частью нашей жизни. Тем не менее, да, острые стрессовые ситуации, хронический стресс все-таки это все-таки требует иногда медицинского вмешательства. Но не каждый человек может распознать это у себя там, или у близкого человека. Да? Но чаще всего это нарушается сон, усугубляются вредные привычки, да, или, например, человек никогда не курил, тут взялся за сигарету, или никогда не употреблял алкоголь, начал употреблять его чаще, да, он начинает плохо спать, он начинает то он возбужденный, то злой, то апатичный, то есть и часто бывают головные боли. Вот, поэтому как мы можем помочь себе, да, профилактировать у себя стресс? Это полноценно вкусно питаться, да, давать себе физическую достаточную нагрузку, обязательно сон не менее 8 часов, да, и 15-20 минут, да, человек должен быть в расслабленном, спокойном состоянии, да, иногда просто посидеть, да, в тишине 15-20 минут, иногда нам тоже этого не хватает. Вот. И, ну, еще, например, также мы можем несколько таких вот помощников, наверное, борьбы со стрессом и для эмоционального нашего благополучия, да, мыслить позитивно, это тоже прекрасный выход. Также часто еще, например, надо научиться, наверное, говорить «нет», потому что многие люди не могут этого сказать, да, и на них наваливается, а у него синдром отличника, он должен все сделать, вот, и потом он под этим грузом просто ломается. Вот, также если вот человек чувствует, да, какую-то там неуверенность, тревогу у себя, да, он живет в семье, он должен поделиться с этим, со своими близкими, чтобы найти у них поддержку. Можно попробовать, например, да, начать как-то записывать все свои ближайшие планы, да, ну, сама на самом деле так делаю, но никогда, и, кстати, очень расстраиваюсь, когда я там запланировала 20 каких-то дел, а успела сделать только 15, но потом я начала уже расписывать на неделю, а потом уже на 2, и уже таких вот это самое, расстройств уже нету, вот, и иногда там, ну это не очень важно, да, это я перенесу на чуть попозже, то есть, ну, также помогать людям, это тоже
профилактика эмоционального стресса была. И чаще, конечно, смеяться, улыбаться, смех, он, конечно, продлевает жизнь, не просто же так говорят. Если у человека все-таки, да, вот случился инфаркт, что ему делать, куда ему бежать, да, ну, то есть он уже вот госпитализировался, его вылечили, да, он, очень многие люди после перенесенного инфаркта, они все равно, у них есть стрессовая ситуация, да, они не знают, как жить дальше, да, то есть они были здоровыми людьми, да, и случилась вот такая вот ситуация, такое заболевание, кстати, чаще у мужчин бывает, и они не знают, что им делать. Вот. А вообще мужчины у нас, да, они не привыкли жаловаться, то есть они у нас ждут, 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 пока вот совсем вот не скрутят, да, они никуда не пойдут не обследоваться, да, не профилактировать они не пойдут, да. А вот потом вот случается, случается. Очень многие боятся, что повторится такая же ситуация, да, и что им делать. Вот они были работающие, молодые, бодрые, да, и тут им доктор говорит: все, это нельзя, вот тебе вот столько там лекарств, да, ты должен принимать лекарства, проходить обследование и прочее, прочее. Нет, с таким пациентом, конечно, когда переносит, тут должна быть поддержка и со стороны наблюдающего врача, и поддержка со стороны семьи, да. То есть, например, да, пациент, получается, приходит к врачу-кардиологу, он ставит к нему на учет, да, врач ему говорит, да, вот такие-то мы лекарства с вами пьем, да, вот это мы с вами контролируем, да, мы начинаем дозированно ходить, дозированно там двигаться, то, ну, то есть не просто ходить там, да, за ручку там с ним, нет. Вот сегодня мы, например, разрешаем вам проходить там 30 минут там по ровной местности, потом там через неделю час, потом там больше и больше, да. Проводим, конечно, какие-то определенные, да, обследования, смотрим, как у нас восстанавливается сердце после этого инфаркта, да, если проведено коронарография, стентирование, да, мы также делаем какие-то обследования, которые помогают нам оценить отдаленные последствия, да, то есть мы делаем там УЗИ сердца, делаем беговую дорожку, да, чтобы посмотреть, не надо ли снова туда залезть и посмотреть, как там наш стент поживает. То есть наблюдение все равно у врача, оно должно быть, но все-таки лучше проблему предотвратить, чем ее потом лечить, потому что стентирование это не является тем, что вот поставили человеку стент, допустим, да, и все, он вылечился, у него нет атеросклероза. Нет, это просто помогает, чтобы человек быстрее восстановился, и вот у него не было вот этой клиники, то есть этих загрудинных болей, то есть просто для того, чтобы улучшить качество жизни этого пациента. Вот. Поэтому, конечно, нужно проходить диспансеризацию, да, посещать центры здоровья. Я вот, да, 29-е, то есть через пару дней уже у нас будет, да, Всемирный день сердца. Предлагаю в каждой семье отметить его. Да? Ну что, мы можем в этот день приготовить себе вкусный ужин, да, полезный, там из рыбы и салата. Да? Также мы можем в этот день, да, ну, по возможности отказаться от вредных привычек. Нет, ну, стандартную дозу мы можем к рыбе туда приложить, да. Ну, вот, например, в этот день мы можем, да, если кто на автомобиле там ездит, или да, даже кто не ездит, можно в этот день там подняться на лифте, например. Не на лифте, вернее, а пешком подняться, там, не на машине, а пройтись после работы, прогуляться. И вот такие вроде, да, небольшие какие-то вот изменения, которые мы вот по чуть-чуть будем в свою жизнь вносить, да, они значительно продлят нашу жизнь, да, и улучшат ее, и сердце, и сосуды скажут нам спасибо. Ну, как бы, ну, вот сердце у нас одно, да, мы вот такие все вот большие, сердце такое маленькое, но без него никуда, поэтому надо ему тоже сказать спасибо, да, и пожалеть его, потому что, ну, мы без него никуда. Я хочу пожелать вам всем здоровья, счастья. Спасибо большое, что вы пришли. Вот. Поэтому, если вам что-то как-то нужно, да, обследоваться или еще что-то, обязательно обратитесь к врачу, расскажите ему. И от себя рекомендую все-таки, так как, да, ну,
К врачу приходишь, вроде растерялся, да, ну, мы уже сейчас не будем говорить о гипертонии белых халатов, да, когда к врачу приходят у человека и тахикардия, и давление высокое, и все. Просто вот если что-то беспокоит, да, попробуйте написать это даже себе на бумажке, вот, да, например, вот у меня возникает там то-то, ну, когда это возникает, почему это возникает, да, с чем вы это связываете, какой это по длительности, ну, как-то вот что-то вот этого сформулировать, потому что, когда вы придете к врачу, да, все ваши мысли куда-то разбегутся. Вот. И вы можете все доктору не сказать, а доктору это достаточно важно. Он все равно будет вам задавать всякие вопросы наводящие, да. Вот. Конечно, будет смотреть. Но так доктору будет, ну, будет просто... вы дадите ему максимум информации, которую вы уже сами проанализировали, ему дали, а он задаст еще пару-тройку вопросов, да, и можно получить хорошую консультацию, да, и он расскажет вам о ваших факторах риска, да, и о том, что нужно делать, вот, и назначит лечение. И тоже, если вот все-таки есть там у кого-то там гипертония или еще что-то, но лекарства, вот я понимаю, что там у нас все сейчас достаточно грамотные, есть и интернет, и еще что-то, но все-таки надо советоваться с врачом. Да, то есть по поводу терапии, по поводу отмены терапии, назначения терапии, то есть вот даже вот если взять статинотерапию, которую вот все, ой, статины, всю жизнь пить, да, всю жизнь пить, даже если у вас хороший холестерин, как вы считаете, да, то есть об отмене статинов нужно все-таки разговаривать с врачом, так же, как и от давления. Многие пациенты придут, да, например, доктор, у меня давление. Ну, мы откорректировали, ему назначили терапию, все, он приходит через 2 недели. Доктор, спасибо, у меня вообще все хорошо, давление нормально. Ну, все, отлично, пейте. Что, всю жизнь пить? Я говорю, да. Ну, или давайте, я говорю, вы должны тогда быстренько похудеть, быстренько заняться спортом, вот, и вот чтобы вот у вас давление тогда само вот снизится. Не бывает такой чудесной таблетки, да, которую мы дали, и вот все, мы здоровы и вылечились. То есть мы должны все-таки своему здоровью и своему сердцу, сосудам и вообще всему-всему помогать. Потому что, ну, гипертония, это, конечно, это вот это бич, наверное, нашего мегаполиса. То есть и инфаркты, сердечно-сосудистые заболевания, они молодеют. Инфаркты есть и у 18-летних, и у 20-летних. Много-много их всего, поэтому я желаю вам всем все-таки здоровья, чтобы это все миновало и вас, и ваших близких. Вот. Спасибо вам большое. Я попрошу еще несколько минут вашего внимания. Наш сегодняшний день не закончен. Пока я включаю презентацию, я представлюсь. Зовут меня Тухватуллина Регина. Я студентка 6-го курса педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова, а также являюсь координатором Московского регионального отделения волонтеры-медики, координатором по направлению популяризации кадрового донорства. Вообще, сразу вопрос. У нас сегодня Всемирный день сердца, да? И я вроде бы что-то говорю про донорство. Но я вам хочу сказать, что донорство, в принципе, является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Потому что существуют исследования, которые выявили, что у доноров, которые регулярно сдают кровь, у них ниже вообще процент заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями. И, как уже было сказано в нашей лекции, я вот только попрошу вывести, пожалуйста, мою презентацию. Почему-то она включилась на компьютере, а на экране еще нет. Ну ладно, пока есть технический момент, я продолжу. Было сказано о таком состоянии, которое называется анемия, что оно тоже может лежать в основе сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе потому, что анемия, да, характеризуется снижением гемоглобина в крови. Соответственно, гемоглобин – это вещество, которое переносит кислород по всем тканям, клеточкам. И когда он снижается, наши ткани начинают испытывать гипоксию. Анемия – вообще такое состояние, которому люди
хорошо адаптируется. Если это не острая кровопотеря, а если это происходит медленно, в частности, особенно при железодефицитной анемии, анемия может развиваться годами, медленно, и человек может прийти в больницу, сдать кровь и увидеть гемоглобин 90. Это сильное снижение гемоглобина. Если мы говорим... Ну, вот я уже чуть-чуть полистаю, наверное. Так. Про уровень гемоглобина, он различный для мужчин и для женщин, для детей разного возраста он тоже разный. Но 90 это явно не норма, если мы, да, смотрим вот на эти цифры. И ну, человек скажет, у меня нет никаких симптомов, я себя хорошо чувствую. Ну да, вот, ну, доктор спрашивает, потому что симптомы анемии, это там слабость, бледность кожных покровов, головокружение, если говорить про железодефицитную анемию. Там есть такой сидоропенический синдром, умное слово, но проявляется это ломкость ногтей, тусклость волос, ломкость волос. То есть какие-то неспецифические вещи. Мы живем в большом мегаполисе и много работаем. Да у кого из нас не кружится и не болит голова, и там для некоторых там, ну, считается, что да, вот у меня всегда волосы плохие или всегда ногти плохие, ломкие. То есть симптоматики какой-то активной нету, но поверьте мне, если у вас есть это состояние, и вы об этом узнаете, и пойдете лечиться, вылечить анемию, качество вашей жизни улучшится. Я вообще вот свою вот эту лекцию читаю 1,5 часа, но я понимаю, что все уставшие с работы, не хочу вас задерживать. Буквально 5 минут я расскажу об одной анемии, это вот железодефицитной, собственно. Дефицит железа, скрытый дефицит железа, при котором, в принципе, может не быть самой как таковой анемии, но железо используется не только, да, не только входит в состав гемоглобина, входит в состав миоглобина, который там питает кислородом мышцы, в состав множества ферментов, которые участвуют в огромном количестве биохимических реакций в нашем организме. И вот при таком состоянии организм уже... может начинать чего-то компенсировать, симптоматики тоже, в принципе, может не быть. Видите, да, как написано на моем слайде. Когда уже сильный дефицит железа, развивается анемия, это находит выражение даже в общем анализе крови, снижение гемоглобина, эритроцитов, гематокрита, проявляется симптомами, о которых тоже может быть не быть, или мы можем их не замечать. Единственный вариант, как это узнать, это пойти в поликлинику, сдать общий анализ крови, хотя бы про диагностику железодефицитной анемии. Это тоже у меня минут на 10-15 рассказ. Про профилактику. Регулярно проходить обследование, сдавать анализ крови. Это, ну, вообще профилактика любого заболевания. Здесь, я думаю, что даже не нужно никакие комментарии давать. Далее, своевременно выявлять, лечить хронические заболевания. Я ничего не сказала по причине развития железодефицитной анемии, они огромные, это может быть все что угодно. Это могут быть какие-то постоянные повышенные кровопотери там, через желудочно-кишечный тракт у пациентов с язвенными болезнями. У женщины бывает при обильных менструациях, и они считают, что это нормально, да? То есть, ну, как бы, но теряют положенное, больше, чем положено крови, у них может развиваться железодефицитная анемия просто потому, что у них постоянно, получается, повышенные кровопотери есть. И сбалансированное питание. Вот здесь представлен список продуктов, в котором довольно много железа. Про питание тоже я обычно говорю очень много. Делаю ваш акцент на продуктах животного происхождения и продукты животного происхождения. В свою очередь профилактика еще одной анемии, В12 дефицитной анемии, которая, к счастью, встречается гораздо-гораздо реже. И она, на мой взгляд, более такая неприятная. Потому что, во-первых, если вот человек становится веганом, не употребляет вообще никакие продукты животного происхождения, а витамин В12 находится только в продуктах животного происхождения, то у него анемия может развиться через 3-5 лет. Потому что витамин В12 в больших количествах находится в печени. Но вот потом, когда, соответственно, будет нарастать, да, будет анемия, но помимо того, что будет анемия, симптомы всей анемии, которые довольно неспецифические, витамин В12 участвует в синтезе ДНК и, скажем так, как попроще сказать, в метаболизме нервных клеток, то есть вот эта оболочка, которая выстилает все наши нервные окончания.
Если витамина В12 нету, не образуются коферменты, которые нейтрализовывают токсичные продукты для нервной системы. Развивается довольно серьезное заболевание со страшным названием фуникулярный миелоз. Вот, поэтому продукты животного происхождения обязательно должны быть в вашей пище. И даже если вы по каким-то своим убеждениям не употребляете в пищу мясо, скажем так, говядину, свинину, курицу, я хочу хотя бы альтернативы. Рыба или другие животные происхождения, ну или хотя бы заместительная витаминотерапия. Так, я обещала быть краткой. И я хочу вам буквально еще одну минуту сказать, что сейчас наше Московское региональное отделение, волонтеры моего направления, мы принимаем участие в донорском марафоне. Я прошу сейчас людей, которые сидят в социальной сети ВКонтакте, туда зайти, зайти в вкладку группы и написать «Следуй за мной», восклицательный знак, хэштег, решетка это, «Я ответственный донор Слитно». Вы попадете на нашу группу. Даже если вы не донор, советую подписаться. Для общего развития очень много интересных фактов рассказывается в этой группе. А если вы донор или когда-то задумывались, чтобы стать, этот марафон – это отличная возможность для вас, если вы донор, то получить просто наш марафон, он включает цикл последовательных мероприятий в течение года. Мы с моей командой волонтеров проводим различные мероприятия, посвященные здоровому образу жизни, профилактике социально значимых заболеваний, мотивации донорства, донора и, собственно, донорство. То есть вот я, например, буду читать лекции, которые рассказывают, что, почему, там, какие анемии, как предотвратить и как лечить. Или там гайд начинающего донора. В общем, когда вы попадете на эту группу, там есть кнопочка «Зарегистрироваться». Вы можете туда начать. Анкета стоит, займет заполнение секунд 30. Она примерно такая. Фамилия, имущество, номер телефона, регион. В течение недели, там 10 дней, с вами свяжется наш волонтер-наставник. Вы попадете в наш чат, где пишется обо всех мероприятиях марафона. В чем плюс участия? Во-первых, я обещаю, что будет много интересных мероприятий, посвященных вот этой вот тематике, что я, почему бы и нет, для общего развития. Если вы донор, то как раз мы вам, в смысле начинающий донор, мы вам поможем втянуться в этот процесс, рассказать, что правильно, почему, как избежать отводов, как правильно готовиться к донации, почему нельзя есть те или иные продукты, или почему нельзя пить те или иные лекарства. Потому что одно дело, когда тебе говорят «просто нельзя», а когда ты знаешь, почему, есть какое-то ощущение ответственности. И в этом марафоне наши участники, кто-то там, они будут сдавать кровь в своем режиме, чтобы победить в марафоне, потому что у нас есть много классных призов, это толстовки, ручки. Опять же, не буду тратить ваше время, можете зайти, реально мы подготовились. У нас есть подарки. Подарки для победителей. Это вообще классно, сама такие хочу, тоже участвую. Так что мы будем с вами соревноваться, если кто-то захочет. И, значит, нужно будет сдавать кровь, чтобы принять участие и, возможно, попасть в список финалистов за год. То есть до конца мая нужно сдать кровь не менее 3 раз. Но при этом сдача крови приравнивается сдаче компонентов крови, то есть тромбоцитов, сдача тромбоцитов или сдача плазмы. Сдача плазмы – это вообще можно плазму сдавать раз в 2 недели, тромбоциты можно сдавать раз в месяц, только по крови. Да, у нас есть 60 дней, и, собственно, кровь можно сдавать женщинам 4 раза в год, мужчинам 5 раз в год. Вот. Но, соответственно, если вы являетесь донором плазмы или тромбоцитов, то есть чем больше у вас будет донаций, и чем больше вы посетите наших мероприятий, тем больше у вас шанс на победу. Я тоже желаю вам здоровья и хорошего вечера. Спасибо вам огромное.